Мою дочь похитил вампир. Пожалуйста, помогите. Я дам вам 500 000 долларов и заплачу еще 2 миллиона, если вы привезете мою девочку живой и невредимой. Сейчас, может, уже поздно. Если ее уже укусил вампир, и если она все равно умрет, пусть хоть она не страдает. Как ее зовут? Шарлотта. Она моя самая любимая дочь. А сейчас торопись. Мой сын уже нанял других охотников. Девяностый год нашей эры. 10 000 лет прошло с тех пор, как последняя война положила конец человеческой цивилизации. И с того времени наступила эра вампиров. Но сейчас их род умирает. Наступил их последний час. Человечество начало возвращаться после всех долгих лет. Но некоторые вампиры, живущие в отдаленных регионах, продолжают атаковать людей. Это послужило возникновению охотников-спасителей, чья цель – защитить человеческую расу. Самый лучший охотник это вампир, получеловек, полувампир. Он прославился своей красотой и мастерством. Они пошли туда. Так, за ним отправился охотник братства Маркуса. Все части на месте. Кажется. Чайф, легендарный.